Украине. Это третий турнир по скалолазанию над водой. В прошлый раз мы организовывали такое мероприятие аж в 2014 году. Это было впервые в Харькове и вообще в Украине. Состязание очень крутое, очень зрелищное, очень классное, эмоциональное, экстремальное. Хотел поучаствовать, просто принять участие, повеселиться. Вот. Давно не занимаюсь, но поддерживаю этот дух соревнования и поэтому участвовал. Совместить приятное с полезным. Вот. Как бы пропотеть и сразу окунуться и сполоснуться. У нас было подготовлено 4 трассы на отборочный тур, и по их результатам формировались пары на финал. В финале трасса была простая, которая, в принципе, по силам всем участникам. Это было сделано для большей зрелищности, для того, чтобы участники могли на скорость лезть, и тот, кто пролез быстрее, проходит следующий тур, так определяется победитель. Трасса легкая, но тут учитывается время, поэтому важно пробежать сбалансированно и не задерживаться. Плавно пробежать до верха и все. Первый раз я участвую в таком мероприятии. Скалолазание над водой. Я все время привыкла прыгать на маты, на скалы. А здесь, конечно, необычно, страшно. Могу сказать, я воды очень боюсь. Но переборола страх. Пришлось прыгать, пришлось мочиться. Ну ничего. Ну, я очень довольна. Вообще это интересно, прыгнуть в воду вот там, со скалодрома, сорваться, это такой адреналин, но сегодня не буду прыгать. Как не просила публика, я прыгнул только на асфальт. Скалолазание сам по себе – это очень необычный вид спорта. Он развивает не только силу мышц, он заставляет думать. Это, ну, это очень интересный вид спорта. Развивает мышление, силу, выносливость. Все, что только вам в голову может прийти. Вот. Особенно в таком виде. Ну, то есть это очень красивое мероприятие, необычное. Ребята хорошо постарались. Бассейн. Мероприятия мы организовали на высшем уровне. Среди участников сегодня были совершенно разные люди, как новички, которые буквально первый-второй раз лазают по стенам, так и мастера спорта, участники, победители международных соревнований. Это классная суббота, это развлечение, это настроение, это эмоции. Это то, что необходимо профессиональному спортсмену для разрядки. Я профессионально занимаюсь этим спортом, поэтому получить такое удовольствие очень классно. Эмоции – это самое главное. Они вдохновляют, они дают мотивацию на будущее и дарят радость. Радость всем. И очень приятно всех мотивировать, показывать, как можно. Я старался, чтобы выиграть, конечно же. Я
мастер спорта по скалолазанию, призер международных турниров, призер чемпионата Украины. То есть стремимся дальше, покоряем новые страны, выезжаем на международные соревнования, хочется добиться большого успеха там. То есть стремимся набраться как можно больше опыта, развить силу и показать все свои навыки. Важен сегодняшний результат. Главное, чтобы он был вообще. Не расстраиваться проигрышем ни в коем случае. Это лучший мотиватор к будущим достижениям, к будущим победам. Идти дальше, тренироваться, принимать ошибки, набираться опыта и становиться лучше.